взорвался. Ага. Почему она у тебя взрывается, а у меня нет? А все. Они бракованные какие-то? Это шмель, чмеланцы. А, не, она... Чмелак? Блять, если весь палец жжет, нахуй жжет. Да я кинул. Я то великий чмелак, не будь твоя. Йо. Великий чмелак, так, дядька, отпал ім'я великого чмелака. Так у каш. Охладіти нічим. Сука. Ага. Може палець поджог? Ні, ну я не буду... Ну це лучше палець. А ти ще полежи, учимся. Ложись! Мама! І ніхуя! Вона потушилась, походу. Я думаю, опановуємо. Не-не, вона туди ведла тебе переграти. Нігде туди. Нігде туди яко. Нормальна, типу. Такова, промірна. Промірна. Зараз головне машина не купить. І в нас теж два тіла стоїть. Твоя нова шкодовка самозрівня драгана. Поджигают. Что так, баб? Подожди себе палец, подожди. Ну я поджигаю себе палец. Ну у него не поджигаешь. То есть шпатный запалувач, как он и будет зло? Блять! Прочь. А я поджег себе палец. Воу-воу-воу. Давайте снимем. Сквела, та была сквела, йо. Да у нас что есть сейчас? Я поняла, главный критерий вот этого всего сожжённый палец. Математическая факульта, то я пекло. Ты сравнил математику. Не, надо на Карлов на геолога идти, там закладки учат. Небо теология. Опа. Карлов надо не идти, весь, ну, сука, ветер. Похуя, а разъебаться пытаются. Давай бомбочку. Надо короткая. Там короткий пляцер. Я думаю, дегуманитки. Ага. Да, типа. Что, гуманитарную помощь спиздили? Типа того. Давай, давай, давай. Представь, что на бомбасе, давай. Молодец, смотри, какой кинул, сразу видно. Аллаху Акбар. Давай, еще одну, давай. Добре, добре. Аллах Акбар. Давайте в другом месте какому-то. Зачем мы сейчас все потратим? Давай в машину кого кинем. Не, не в машину. Ему-то платить. Давайте кому-то в карман подкинем. Чёрни, а? Можно на болт? Оно пока долетит, оно... Так, давай, что там ещё есть? Так, а что тут есть ещё? Ну, так, смотри. Это уже всё. Это уже было. Это уже всё. А всё закончилось. Вот. Эй, каршеринг! Джамбо! Кому, я к смеху? Я готова делать... Это мой дом. Это, блядь, какая-то труба. Я просто... Я готова делать все в жизни. Можешь продам? 200 Делайте. А мы можем... А мы можем сходить в парк. Какой парк? У нас не так много времени. Мы за парковку каждый... Каждый простой. Две кроны, блядь. Мы не делим. Ну и Родион. Нихуя у тебя сало есть. Ну сало. Сфоткай типа слишком, что будет. А тебя как? Рядом с тремя бутылками или с одной? Дело на четырьма. 100 корун. С каждого 100. Жамба. Ох ти воле, як то було о полуночі, а як то є тетька. А вечіною є то так. Тихо, клит, жодне огнестроє. Так же, видиш, я ті рікам. Наш вигляд був факт унікальний. Я маю на цю слава. Назвоїстес. Хойта, естен януа. Зо, біно, відрум, лайн.
nezinu, tam gekomen sollen die Statistik heute bin ich um so 13 Uhr aufgewacht und ich bin wach geblieben bis 5. Wir sind geblieben, ja. Bis 5 Uhr in der Nacht. Also dreckig. Ja, das Fenster jetzt ist. Also soll ich es ein bisschen putzen oder aufräumen. So sieht es jetzt alles aus. Sehr still, still. Also wie irgendwie so sehr ruhig. Ja. Es hat mir eigentlich gestern sehr gefallen. Ja, es war sehr toll. Aber in 2 Tagen, in 2 Tagen, in 2 Tagen vielleicht, schreibe ich Statistik, ja, habe ich eine Prüfung. Aus diesem Grund habe ich mich heute den ganzen Tag vorbereitet. Ja, also. Aber dann vielleicht am 7. Januar. Am 7. Januar, ja, gibt es eine Party, ukrainische wiederum. So, vielleicht kann ich da gehen. Ich habe Statistik geschrieben, ich habe die Prüfung heute abgelegt, ich habe 2. Ich habe 87 Punkte von 100, also noch 3 Punkte mehr. Hätte ich 3 Punkte mehr erhalten. Hätte ich jetzt 2 oder 1. Aber so habe ich 2. Auch nicht schlecht. Eigentlich ja. Ja, ich stimme zu. Eigentlich, ich kenne mich im Statistik. Neues Make-up habe ich hier gefunden. Sehr angenehm. Sehr neu. Ja, sehr modern. Also doch. Das zweite Stück gibt es hier. 120, also es ist umgerechnet 5 Euro. Ja. Also meine Freunde, ich zeige euch, ja, wie ich meine Tage jetzt verbringe. Es ist sehr wichtig, damit es ist auf Tschechisch, ja. Aber sie sollen es einfach jetzt lesen, wie viel Zeit ich verbracht habe. Also sitze ich einfach hier an der Uni und bereite mich auf die 2 nächste Prüfungen. Ich schreibe sie der erste in 5 Tagen und der zweite in 7 Tagen. Also, ja, so sieht es aus eigentlich. Da gefällt es mir hier sehr gut. Sehr gut. Ja, ist der Ausblick ist auch krass, aber man. Das Studium ist einfach lächerlich. Wie ich euch gesagt habe, dass ich Statistik auf 87 geschrieben habe, dass also ich hätte nur 3 Punkte mehr erhoben und hätte ich 1. Also man kann einfach die Kenntnisse mit den so. Also, ich habe keine Ahnung, aber wir sollen das System irgendwie bearbeiten, damit es ist wirklich
ungefähr. So. Trick-Videos, aber egal. Mindestens, das ist krass hier.